все-таки я нашел, что вам показать интересного. Это вот прям визитная карточка. Это чинтабурийские сапфиры. Такие добывают только в этом регионе. Видите, они желто-зелено-коричневатые, темные. Есть довольно интересное сочетание, да? А вот таких здесь добывают прям много. Но они на любителя, да? Мне, например, нравятся вот такие полихромные с пятнышками и уходящие в темноту. Но в мире их как-то не знают, да, они не являются популярными. Мне, по крайней мере, никто не писал: «Привет, я хочу чинтабурийские типичные сапфиры». Но вот они выглядят так интересно. То есть тут прям такие очень четкие границы между цветами. И можно подобрать что-то необычное. Они, к сожалению, почти всегда мелкого размера. Ну, вот эти все подходят, конечно, только для женского колечка. То есть такое колечко выходного дня. Эти все камни, они гретые. Ну, они гретые просто обычным нагревом естественным, то есть без диффузии, без облучения, стекла, заливки и всего-всего остального. Я думаю, что многие из вас такого цвета сапфира-то никогда не видели.